Смарт-контракт. Широкое применение смарт-контракты или умные контракты получили с появлением блокчейна Ethereum. Это вторая по капитализации и по популярности криптовалюта. Смарт-контракт – это компьютерный алгоритм, который контролирует совершение сделки. Этот алгоритм состоит из математических условий, он заносится в блокчейн и запоминается навсегда. Условия одинаковы для всех и не могут быть изменены или удалены никем. Смарт-контракт совершает финансовые операции автоматически, без участия человека, по написанным заранее условиям. Вот несколько примеров работы смарт-контракта. Вы с другом поспорили на исход матча по теннису. Вы вносите в блокчейн ставки в виде транзакций, которые сохраняются там до окончания игры. Когда матч заканчивается, смарт-контракт автоматически проверяет его исход на одном из спортивных сайтов и переводит все деньги победителю. Второй пример. Вы заказали товар через интернет-магазин. Оплата за товар фиксируется в блокчейне, и только после подтверждения курьерской службы, что товар доставлен, деньги поступают продавцу. Главное преимущество таких контрактов в том, что это блокчейн. Никто никого не обманет. Все видят текст программы и понимают, что она работает именно так, как в ней написано. Смарт-контракт не человек, он не соврет и не скроется с деньгами. Подведем итог. В чем же преимущество смарт-контрактов? Во-первых, защищенность. Данные шифруются, распределяются в блокчейн и дублируются многократно. Их невозможно изменить или удалить. Автономность. Посредников нет. Все операции совершаются автоматически и без участия человека. Экономия. За услуги гаранта платить никому не нужно. Сделка совершается напрямую. И безопасность. Верифицированный смарт-контракт будет работать до тех пор, пока существует блокчейн Ethereum. Это все, что необходимо знать о смарт-контрактах на начальном этапе. Теперь ознакомимся с тем, как именно работает проект CryptoHands. Как работает проект CryptoHands? Проект CryptoHands работает на смарт-контракте Ethereum, который никому не принадлежит. Это народный проект, который не может исчезнуть или начать работать по другому алгоритму. Проект не берет никаких комиссий и не удерживает чьи-то средства. Все заработанные деньги моментально отправляются прямо на ваш кошелек. CryptoHands дает возможность заработать до 10 тысяч эфиров в год, начав с малого, это всего 5 сотых эфира. В этом видео я расскажу, как именно работает проект, а в следующем, по какой стратегии действовать, чтобы заработать 100 эфиров за первые 8 недель. Итак, фактом регистрации в проекте является покупка первого уровня у вашего аплайна. Аплайн – это человек, который пригласил вас в проект. Вы переводите ему 5 сотых эфира через смарт-контракт, что гарантирует 100% честность и безопасность. После перевода вам доступен личный кабинет и открыто 3 места в первой линии для регистрации. Каждый человек, которого вы регистрируете в свою команду, переводит вам по 5 сотых эфира, тем самым покупая свой первый уровень у вас. Как только все 3 места заняты, в вашем кошельке сумма 15 сотых эфира. Теперь вам нужно купить второй уровень у вашего аплайна второго уровня. Это человек, который пригласил вашего аплайна. Цена покупки второго и последующих уровней в 3 раза больше цены предыдущего. Вы переводите ему 15 сотых эфира. На второй линии у вас уже 9 мест для регистрации новичков. Эти места могут заполнять трое с вашей первой линии, вы и ваши аплайны. Итак, 9 мест заняты. Все они перевели по 5 сотых эфира своим аплайнам первого уровня. После этого они покупают свой второй уровень у вас. 9 человек по 15 сотых эфира, получается 1,35 сотых эфира. Далее вы покупаете третий уровень. Мы уже знаем, что он в 3 раза дороже предыдущего. Мы переводим аплайну третьего уровня 45 сотых эфира. И у вас остается 9 десятых эфира чистой прибыли. Теперь на вашей третьей линии 27 человек. Они будут покупать у вас свой третий уровень. Итого 27 человек по 45 сотых эфира, получается 12,15 сотых эфира. В вашей кассе уже 13 эфиров. Двигаемся дальше. Покупаем четвертый уровень у аплайна четвертого уровня, переведя ему 1,35 сотых эфира. Теперь, когда ваша четвертая линия будет покупать себе четвертый уровень, они переведут вам каждый по 1,35 сотых эфира. Итого 81 человек приносит вам 109,35 сотых эфира. До этого момента, думаю, все понятно. Мы с вами дошли до четвертого уровня, но всего в проекте 8 уровней. И сейчас послушайте, пожалуйста, внимательно. Свой пятый уровень вы покупаете снова у своего первого аплайна. То есть в проекте мы взаимодействуем только с 4 уровнями вверх и вниз. За пятый уровень переводим 4,5 эфира. У вас пятый уровень покупает ваша первая линия из 3 человек.
Итого 3 человека по 4,5 эфира, получаем сумму 12,15 эфира. Далее действуем по той же аналогии. Шестой уровень покупаем у оплайна второго уровня за 12,15 эфира. У вас шестой уровень покупают 9 человек, итого 109,35 эфира. Седьмой уровень покупаем у оплайна третьего уровня за 36,45 эфира. У вас седьмой уровень покупает 27 человек, итого 984,15 эфира. Восьмой уровень покупаем у оплайна четвертого уровня за 109,35 эфира. У вас восьмой уровень покупает 81 человек. Итого 8857,35 эфира. На этом все. Общая сумма получается около 10 тысяч эфиров. Это максимально возможная сумма прибыли в рамках года. Это очень большая цифра, и сами создатели проекта говорят о том, что сделать такой результат в первый год практически невозможно. Но сделать 5 или 10% более чем реально. А это тоже очень хорошие деньги. При курсе $300 за эфир 5% это около 150 тысяч долларов в год. Очень хорошо. У многих возникает вопрос, а что потом? Ведь дальше никто ничего не покупает. Как зарабатывать? Ответ прост. В условиях смарт-контракта заложена функция repeat, которая позволяет повторять этот процесс каждый год, снова покупая первый, второй уровень и так далее. Тем более строить команду заново не нужно, она уже построена и сохраняется навсегда, так как это блокчейн. И вот как раз за второй год прийти к максимальной прибыли 10 тысяч эфиров более возможно. С принципом работы разобрались. Также в этом видео я отвечу на несколько часто задаваемых вопросов. Первый. Можно ли заработать, никого лично не регистрируя? Ответ да, но этот процесс займет неопределенное количество времени. Вашу первую линию вместо вас могут заполнить ваши оплайны. Что если некоторые люди в моей команде не покупают уровни? Ответ – это вам даже выгоднее. К примеру, если на вашей третьей линии человек не покупает себе третий уровень, то доход с его третьей линии идет не ему, а вам, а это 27 переводов по 45 эфира. То же самое касается и повтора через год. Те, кто не оплачивает уровни, приносят вам еще больше прибыли. Что если сайт взломают и все украдут? Взломать сайт можно, можно его удалить, но это никак не повлияет на работу смарт-контракта. Даже без сайта он функционирует в обычном режиме. Сайт лишь отображает информацию в нем, а вот информацию в смарт-контракте удалить или изменить не смогут даже создатели проекта. Даже в том случае, если организаторы забросят сайт и проект, он все так же будет работать, и любой программист сможет создать сайт для отображения информации в смарт-контракте. Деньги хранятся не на сайте и не на смарт-контракте, они хранятся только на кошельках участников. Поэтому украсть деньги тоже невозможно. Это вся информация о работе проекта. Стратегия до 100 эфиров за 8 недель. Способ заработать 100 эфиров за 8 недель намного проще, чем вы думаете. Советую слушать внимательно. Достаточно, чтобы вы и каждый участник, которого вы регистрируете, заполнял свою первую линию за неделю. А это всего 3 человека по 0,05 эфира. Это очень просто. Некоторые ребята в моей команде делают это в первый день. Без шуток, если вы не смогли зарегистрировать 3 человека за неделю, давайте будем честными, вы и не пробовали. Важное уточнение. Эти 3 новичка регистрируются с условием идти по той же стратегии. 3 регистрации за неделю и также прийти к цели 100 эфиров за 8 недель. А теперь давайте пробежимся по цифрам. Словам можно не верить, но цифрам не верить не получится. Разберем ситуацию. Вы на нулевом уровне, то есть еще даже не зарегистрирован. Вы регистрируетесь, потратив всего 0,05 эфира. Далее, решив идти по данной стратегии, у вас есть неделя, чтобы зарегистрировать 3 человека. Прошла первая неделя, 3 регистрации есть. У вас на кошельке 0,15 эфира, и вы покупаете себе второй уровень. Вот это и есть основная задача и зона ответственности каждого участника. 3 регистрации за неделю. За вторую неделю 3 ваших новичка делают такой же результат. На вашей второй линии уже 9 человек. Баланс не прибавился. За третью неделю вторая линия заполняет свою первую линию по 3 человека. И после этого покупает у вас свой второй уровень. На балансе 1,35 эфира, и вы покупаете себе третий уровень за 0,45 эфира. Четвертая неделя. Ваша третья линия заполняет свою первую. Пятая неделя. Четвертая линия заполняет свою первую. За шестую неделю третья линия покупает у вас третий уровень, заплатив вам 12,15 эфира. И вы покупаете себе четвертый уровень. Седьмая неделя не приносит результат. И последняя. Восьмая неделя. Ваша четвертая линия из 81 человека покупает у вас свой четвертый уровень и приносит вам 109,35 эфира. Вот так, двигаясь по простой системе, 3 человека за 7 дней можно прийти к 100 эфирам за 8 недель. Срок может быть и меньше, так как неделя на выполнение такого простого задания, честно говоря, много. На этом все.